Такого крупного боксерского турнира всероссийского значения Сызрань не принимала давно. На первенство Приволжского федерального округа среди юношей 13-14 лет из 14 субъектов федерации приехало более 170 юных боксеров. Я хотел что сказать от имени председателя Думы. Пожелать вам успехов в этой нелегкой борьбе, достигнуть результатов и уехать в наши города Приволжского федерального округа с победой. Собравшиеся зрители стали свидетелями красочного открытия пятидневного марафона с участием лучших танцевальных коллективов города. Еще одним приятным сюрпризом для сызранских болельщиков стало появление на турнире двукратного олимпийского чемпиона по боксу Олега Саитова, приехавшего поддержать сборную Самарской области. Надеюсь, что наши ребята здесь выступят неплохо. Я думаю, что будут и первые места, и призовые места отберутся на Россию. Командам зачете, я думаю, что с первого по третье место должны занять, по крайней мере, вот. Посмотрим. Ну, вообще, я посмотрел, ребята неплохие, то есть с чем работать. Понятно, что им еще работа расти и расти, но, если так сказать, материал неплохой, есть с чем работать. В составе областной сборной за медали первенства ПФО будут бороться и 8 сызранских боксеров, воспитанников СДЮШОР и лучших клубов города. Победа в турнире даст путевку на первенство России в Севастополе. Остается добавить, что финальные бои за главные награды турнира намечены на субботу 18 апреля в ФОКе «Надежда», начиная с 11 утра. Максим Попов, Никита Кожевников, «Вести детально».